Меня зовут Рома, и вот я. У меня были сначала 2 недели атака. Как обычно люди мне говорят, только 1 неделя, мне были 2. И вообще, мне так тяжело было. А потом, знаешь, пост вот этот был, обычно не так тяжело мне. А вот было так тяжело, и потом снег пошел. Я вообще думал, о, я постился вот эти 3 дня, вот это все. Потом снег пришел, такой, Бог, все вот эти атаки, что, мне не идти? Но я сказал, я буду идти, может, ты что-то приготовил. Я там пошел. Я вообще не знал, как пришло, я такой, вау, а зачем я здесь? Ну, я понимаю, что Бог вообще поменял мое мышление. Он наполнил меня столько много любви, что я вообще домой пришел, и вообще я хочу обнять всех, хочу сказать всех вам Бога. Man, ну я благодарю всем, благодарю Бога so much. Amen.